ваши части тела выступают не по делу. Если вируса бактерии не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В субботу в Самарской области облачно с прояснениями, возможно, осадки в виде небольшого дождя, еще потеплее, днем плюс 3, плюс 5, ночью 0, плюс 1 градус, ветер юго-западный, скорость 6-8 метров в секунду. В Сызрани облачно с прояснениями, днем плюс 4, ночью 0 градусов, ветер юго-западный 7 метров в секунду. В Тольятти облака и солнце, температура воздуха днем плюс 4, ночью 1 с плюсом, ветер юго-западный 7 метров в секунду. В Самаре солнце проглянет сквозь облака, возможен дождь. Днем плюс 4, ночью 0 градусов. Ветер юго-западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 79%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.